А это, я думала, это папа. С папой. Там же с папой? Да. Какая картина. Там же три. И папа с детьми. Я уже подумала, он туда перелез. А что, испугалась? Думаю, что творится? А мама что выкапывает? Гнездо? Гнездо. Делает. Траву накапывает. Вот это как бы. Ох, мама. Здравствуйте. Ты пришла поздороваться с Димка. Привет, зайчонка. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Девочка, и вон одна, и вторая. И вторая пришла мамка. И вот там вот. А, это мамка метит, осторожнее. Это малышарик. Где там твой детеныш? Вот он сидит там. Где там твой деть? Ай, вот он, спрятался. Ветер, надо выше. Эй! Вот. О, здравствуйте, смотрите. Соседите. Смотрите, какие соседки. Детки. Классные детки. Там, да? Тоже прикольные. А где твой там? Иди к нему. Вот он там дальше. Сидит там вдалеке. Да, да, вот он. А у нее, наверное, один карапузик. А я не знаю, но ходит за ней один. Ну да там же твой папа в вольере листья, есть. Листья мне мешают, листья. Точно папа там есть? Ну был же, мы же с тобой видели. Ну может это мама была же. А мы подумали, что это папа. Мама легла. Мама легла. Может, конечно, может, мы могли и ошибиться. Мы на нее тут могли думать, дело. Что это папа. Мы-то видели через решеточку ее двойную. Вполне вероятно, что мы ее и за папу и приняли. Может быть. Не хочет меня на нем фокусироваться. Он далеко. Мне мешают листики. Листики? Вот они всегда так. Вот так, нам звонят.